Всем привет! Это рубрика «Технофреш». Все о техно-новинках. В этом выпуске. Инновационная система PowerShift приходит на смену переключателю велоскоростей. После 7 лет разработок компания Classified Cycling представляет технологию PowerShift – беспроводную двухскоростную систему переключения передач, встроенную в заднюю ступицу, позволяющая переключать передачи за доли секунды при полной нагрузке и на любой местности. Инновационной задней втулке PowerShift не нужен передний переключатель, что дает большой набор передач на трансмиссии с одной ведущей звездой. Система была впервые анонсирована в 2020 году и вскоре получила золотую награду на выставке Eurobike 2021. Она состоит из четырех основных частей: пульта дистанционного управления на руле, умной электронной сквозной оси, двухскоростной втулки и кассеты с 11 звездочками. В режиме прямого привода единственная передняя ведущая звездочка играет роль большой звездочки на двухзвездочной трансмиссии, оснащенной передним переключателем. Это означает, что все передаточные числа относительно высокие. Нажатие кнопки на пульте активирует сквозную ось и запускает механизм внутри втулки, который уменьшает передаточное число, превращая единственную переднюю звезду в виртуальную маленькую звездочку. В результате все передаточные числа при тех же физических на передней звезде и кассете становятся ниже. Втулка PowerShift дает большой выбор количества передач без хлопот с переключением цепи вперед и назад между двумя физическими передними звездочками. Кроме того, переключение передач происходит в течение 150 миллисекунд и под полной нагрузкой. Конструкция защищена от погодных воздействий, весит мало и выдерживает более 10 тысяч переключений от одного заряда батареи сквозной оси. Суть философии Classified – создание наиболее эффективного решения трансмиссии в сочетании с бескомпромиссной производительностью переключения передач и повышенной надежностью. Для велосипедиста это означает следующие характеристики: наличие подходящего снаряжения для оптимальной частоты вращения педалей, мгновенная доступность нужного снаряжения, максимально возможный КПД между кривошипами. В настоящее время Classified Cycling предлагает PowerShift, уже встроенную в три колесные пары собственного бренда, которые, соответственно, предназначены для езды по асфальтированным, гравийным и шоссейным дорогам. Любая из трех комплектаций стоит $2774. Вы просмотрели рубрику «Технофреш». Все о техно-новинках. Если вам понравилось видео, то подписывайтесь, ставьте лайк, оставляйте комменты. Озвучено каналом Creative Baby Steam. Закадровый голос Шерус Рустамов.